ребята, всем привет! Вы находитесь на канале Сад, огород и прочее. Меня зовут Валерий. Давно не снимал опять стройку тут. Но сейчас воскресенье сегодня. Приехал, пока тут никого нет. Вчера подъезжал, но тут работали. Но решил сегодня приехать, когда уже никого нету. Немножко прозевал, сейчас уже пол 11, жарко стало. Нас вообще с 2 недели тут жарит. Тут строится моя дочка с зятем. Дело дошло уже до крыши. Как вы видите, тут уже материал привезли, лежит. Вчера и позавчера тут 2 человека работало. Нарезали уже по размерам, чтобы все подготовить снизу, а сверху потом уже собрать. Сейчас вы видите, лес весь строганный. Там вдали, сзади лежат уже готовые щиты. Материал уже, можно сказать, весь подготовленный. Полностью стропилы зарезаны, маленькие части там в доме лежат. И здесь щиты вот лежат, сейчас покажу поближе. Ну, вот видите, тут это балки тут лежат или стропилы. Балки, стропилы вот там сзади лежат, видно их. Вот здесь у нас мелкие запчасти нарезаны. Ну, а вот это потолок, ребята, будет. Готовый потолок. Тут его собрали сколько? 3 части сейчас пока. Наверное, на весь дом сразу и собрали его. Ребята, это потолок будет. Сразу нашили пол. И краном положат сразу его наверх и закрепят. Там наверху шины вокруг, как уже раньше показывал, там придут металлические такие части, которые в эту шину вставляются, поворачиваются, потом прививаются с 2 сторон. Это все я покажу вам позже. Крышу будут делать на следующие выходные. Так что не за горами, когда мы увидим, что и крыша готова, и будем по потолку ходить. Ну, сейчас я вам покажу кое-что, что тут делается. Там сзади дом клинкерует. Ребята, кому интересно, вот покажу вам поближе. Тут это угловая, тут видать, что это на углу будет. И промежуточные. Может, они тут не все собрали, потому что тут паз остался, как я вас тут вижу. Вот. Скорее всего, для стыковки тут следующие доски сюда придут. А здесь вот видите, выглядывает, значит, они лягут прямо на этот паз. Вот так вот оно все сделано. Ну и тут маленькие части еще кое-какие тут сделаны. Лежат готовые все уже. Сейчас поглядим, что тут делается. Тут вот стропила зарезали уже, лежат. Сверху покажу вам тоже. И стропилы тут лежат. Коробки пустые. Вот. Это угловые, ребята, скорее всего, будут. Да, это угловые стропилы. Сверху видно, что вырез. Сверху ляжет балка. На балку в середине 2 стойки будут. И поперечная балка, и на нее это все это дело ляжет. Так, заглянем в хату. В дом, точнее говоря, ребята. Что тут делается? Ну, видите, дверей еще ничего нет, окон нет. Пойдем посмотрим. Мусора много еще тут лежит, надо все убирать. Тут дети приезжают, играются. Это тут кухня сразу, ребята. Ну, вы видите, что тут делается. Я приехал тоже, думаю, ну что они с собой вообще не убирают ничего. Тут передвижной холодильничек работает. А это тут кто-то мартини. Нет, это не мартини, я вообще алкоголь не пью. Так. Не выпил. Ну и тут, ребята, тоже все стоит на открыто. Доступно абсолютно всем. Заходи, бери, что хочешь. Кола, вода. Ну да, пиво полные бутылки, ребята. Тут на самообслуживание. Заходи, кому не лень. В России такого не увидите, наверное, да? А тут стоит. Вот. Ничего не закрыто. Здесь с улицы можно зайти. И со стороны Альт. Двора можно зайти, но интересно, да. Ну, может, случаи бывают, что кто-то тянет, но тут такое место, вроде чужие никто не ходит. Поэтому вот так вот. Посмотрим, что тут в холодильнике лежит. Как он тут открывается. Ну да, ребята, ясно, что тут лежит. Тут пиво лежит. Тренд лежит, Red Bull лежит.
Вы видите, дом клинкерует все еще. Сверху защитную сетку поставили уже на случай, когда на крыше будут работать оградительную. Ну, сейчас посмотрим, что тут делается. Ну, ребята, стойки в комнатах уже убрали все. Это тут зал, это коридор у нас. Не у нас, у дочки. Будет лестница на второй этаж. Здесь спальня будет ихняя. Да, все лежит тоже. Очки. Здесь коридор. Туалет будет для гостей. Ну, это рабочий кабинет дочки. Она занимается. Так, ну на второй этаж мы не пойдем, там мы уже были. Ну, гараж, перемычку, ребята, сделали. Клинкер доложили. У нас здесь сбоку еще надо будет. И спереди еще не доложено тоже, видите. Такое вот дело, ребята. Ребята, посмотрим, что тут соседи делают. Тут одноэтажный, я думал, двухэтажный сбоку, через дорогу. Там уже крышу накрывает. Здесь еще нет, крыша не накрывает. Здесь тоже крышу уже накрывает. Вот здесь даже черепком накрыли. Ну и здесь уже лес лежит тоже. Человек собирается тоже крышу делать уже. Ну вот так, ребята. Остальные пока грунтовые участки лежат. Никто не хочет начинать в этом году. Значит, на следующий год будет. Ну что, ребята, на этом видеообзор по строительству дома закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!